месяц уже. Люди еще гуляют. Хочу показать, как здесь эта Чикаго ухаживает за деревьями. Вот, вот эта полоса, вот это деревья. Это посаженные какаунти, наверное, можно сказать. И они уже давно посажены или засыхали. Вот недавно появились вот, вот такие вот штуки. Вот они с пробками. Вот такие. Видно, приезжает машина. Знаю, наполняет это водой, но каким это образом оно впитывается в дерево, не знаю, потому что иногда смотришь, вот оно как будто вообще без воды, а иной раз, когда я иду, оно прям такое, как массивное такое, видно, что там внутри вода. И вот за этих пару дней, как вот это поставили, эти все деревья, прям, ну, очень поправились. Первый раз такое вижу. До чего дошел прогресс, как говорится. Здесь уже побольше, которые взяли силу. У них ничего нет. А вот это деревца тоже. Ну, дальше тоже здесь вот ничего нету. А здесь возле этой малютки тоже такая штучка стоит. Наверное, с одной стороны предотвращает высыхание. Вот здесь есть вода, но воды нет. Ну вот, здесь влажно. Но раз здесь есть пробка, значит, не наполняет это водой. Первый раз такое вижу. Резервуар такой. Там гуси, утки плавают. Хоть уже конец лета, но этот резервуар полон воды. Бывает такое, что он высыхает до половины где-то. Короче, все для людей.